А вот с одним из интернет-изданий некий анонимный источник в МВД поделился более конкретной информацией. Телохранитель Дениса Вороненкова, который был ранен киллером в живот, прооперирован и находится сейчас в медикаментозной коме, но перед операцией он якобы рассказал о том, что убийца обращался к Вороненкову по имени, что может свидетельствовать о заказном характере этого преступления. Что же касается состояния здоровья телохранителя, то тут уместно вспомнить действия полицейских. В первые минуты после преступления на кадрах, которые выложили очевидцы, видно, что сразу после стрельбы полицейские поднимают охранника и ведут под руки к служебному авто, вопреки всем правилам доврачебной помощи.